Шиповник, мята или облепиха? Что по вкусу тебе сегодня? Какого цвета сегодня твоя душа? Ты громко смеешься или плачешь тихо? Уходишь, гонишь или только пришла? Сейчас ваниль или запах кокоса? Чем надушила свои мечты? Это указка или папироса? Это чужие, злые враги или только ты? Сегодня комедия или драма? А может, от ужасов сводит рот? Ты тройка пик или козырная дама? Ты эксклюзив или пятый завод? Ты есть? Ты вот, посмотри, познакомься. Ты разная, резкая, резвая, не из фабричных клише. Тебе не по вкусу контракт с судьбой? Уволься. И не живи на том, что не тот этаже. Ты разная, красная, белая, желтая, мягкая, точная. Ты выбираешь свой каждый миг и себя выбираешь в нем. Но чтобы карма не стала порочной, ходи не пешками, а королем.